Новый четырехлитевой стан производства плоского проката акционерного общества «Северсталь» запустить! За 2 года выстроили абсолютно, можно сказать, новый агрегат, и с ним вот еще 10 новых объектов. 3 миллиарда рублей, такие кратчайшие сроки, более 1000, наверное, задействованных сотрудников. И русскоязычных, и владеющих различными иностранными языками. Но стоит сказать, что объект, который вы видите позади меня, удался на славу. Я думаю, его ждет долгая, счастливая жизнь, потому что мы действительно привнесли в столь непростое время для России и вообще в целом новый агрегат, дающий возможность череповецким металлургам выпускать абсолютно новый и абсолютно конкурентоспособный череповецкий прокат. Благодаря вашей работе, благодаря вашему труду, Вологодская область движется вперед. Благодаря вашему труду обеспечиваются социальные гарантии Вологодской области, выплачиваются заработные платы работникам бюджетной сферы. Потому что металлурги были и остаются ведущим предприятием региона, были и остаются локомотивом экономики Вологодской области, были и остаются крупнейшими налогоплательщиками. Новых вам трудовых побед, достижений, свершений. Открытие нового стана – это и новые рабочие места, и добавленная стоимость, которая формирует дополнительный налоговый потенциал, отчисления в городской бюджет, и в областной, и в федеральный бюджет, усиление конкуренции не только самой «Северстали», но и партнеров, которые обеспечивают использование этого нового листового проката в своих технологиях. На самом деле это очень позитивный момент, свидетельствующий об укреплении экономического, социального потенциала нашего города. Но я уверен, что это будет способствовать развитию Череповца в долгосрочной перспективе. Мы металлурги, мы маэстро, а не творцы. Мир делать крепче наше ремесло. Лучшая награда нашей стали звон. Мы одна команда, стальной дивизион. День и ночь в любое время года. Огненному циклу нет конца. Сегодня осуществилась мечта, моя мечта, мечта моих коллег. Появился новый, современный стан. И он поражает, во-первых, своим внешним видом. Я много видел станов, поездил по разным предприятиям. И по внешнему виду он говорит, что это современный стан. Не говоря от того, что какие системы и какое оборудование входит в состав этого агрегата.